Peggy 18. Когда-то меня высмеивали и игнорировали. Я терпел это на протяжении многих лет. Я проповедовал правду, которую они не хотели слышать. И они смеялись, подобно детям. Затем настал Армагеддон. Предсказывал. Внемлите же мне, братья и сестры, ибо моими устами будет говорить Бог. Не я ли предрек конец света? Не я ли говорил вам на улицах, что грядет возмездие Божье и чаша грехов человечества переполнена? Но теперь они должны столкнуться со своими грехами. Или же я могу вывести их из этой тьмы?